Здравствуйте, о погоде на среду вам расскажу я, Елизавета Евтюкова. Спонсор прогноза погоды – супермаркет «Адмирал». Хотите приготовить ужин для родных и близких быстро и недорого? Здесь вы найдете все необходимые продукты по низким ценам. Ищите, где подешевле? Тогда спешите в супермаркет «Адмирал». Майонез «Ряба Провансаль» около 50 рублей. Кофе «Якобс» по 163,5. Хлеб пшеничный на этой неделе по 22,80. Тесс в пирамидках по 47,5. Печенье «Мария» 35,50. Сардельки «Толстячок» 289,70. Лапша «Биклан» чуть больше 10 рублей. А это новинка – разливной, очень вкусный классический лимонад. Очень много товаров к Пасхе, красильные и кондитерские наборы. Ну а в отделе того, товаров для дома большое поступление луковичных цветов. Колготки 40 ден дешевле 90 рублей. Лунный календарь на 29 марта советует провести день в поисках идеала. А найти идеальный образ с отделом Fresh проще простого. Весна пришла, весне дорогу. Спешите оценить новинки из весенней коллекции в отделе Fresh. Яркие стильные куртки и бомперы из кожи и замши, брюки, лосины, джинсы бойфренды, классика бананы с завышенной талией. Хотите удивить друзей? Оригинальные футболки, толстовки, джинсовые юбки. Все ямы нипочем в наимоднейших кедах, ботинках, туфлях и кроссовках. Хит сезона – удлиненные пальто и плащи в стиле оверсайз. Аксессуары в ассортименте. Fresh – твое свежее решение на каждый день. Торговый центр «Фрегат», второй этаж. Книжная неделя в сети магазинов АВФ «Книга» – долгожданная и любимая акция. Только с 27 марта по 2 апреля действует скидка 40% на все книги, развивающие игры и наглядные пособия. Телефон для справок 263-78. Спрашивайте в магазинах «Школьник» на Кузнецова 5, «Первый книжный» на Ленина 62, «Карандаш» на Ленина 84. АВФ «Книга» – читайте вместе с нами. В эти выходные пройдет выставка-продажа уникальных товаров для сада от компании «Садовод Экспо». Особого внимания заслуживает новинка этого года – чудо-теплица, которая полностью заменяет обычные теплицы с поликарбоната, но стоит при этом в разы дешевле. Особой популярностью у садоводов пользуется наша чудо-теплица, которая состоит из легкого каркаса и европейского укрывного материала. Она имеет размеры полноценной теплицы. Высота 2 метра, ширина 2 метра и длина 3-4 метра. Такую теплицу собрать может самостоятельно любой садовод. Посещаем эту выставку не первый раз, нам очень нравится, приобретаем постоянно какие-то новинки. Вот сейчас решили приобрести вот такую новую теплицу, решили попробовать. В отличие от дорогих теплиц, эта теплица стоит всего 5600 рублей. Также можно приобрести чудо-лопаты и многое другое. Купить эти уникальные товары для сада в городе Котлас можно 1 апреля с 9 до 12 в Котласском ДК. В среду в Котласе ожидается по-прежнему пасмурная и снежная погода. Температура воздуха днем от минус 2 до минус 8 градусов. Ночью столбик термометра покажет от минус 5 до минус 8. Атмосферное давление все так же ниже нормы. Это был прогноз на 29 марта с Елизаветой Евтюковой. Я очень жду вашей поддержки 8 апреля в 15 часов в Котласском дворце культуры. Спонсор одежды ведущего – магазин Fresh. Встречайте новую коллекцию. Fresh – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат», второй этаж. Образ ведущей от школы идеальной красоты на Луначарского 12. Внеси в свой стиль особый шик.